Итоговый выпуск новостей в эфире РТК Забайкалье, в студии Вера Садулина. Здравствуйте. Самая яркая, запоминающаяся, любопытная, резонансная за последние 7 дней сегодня в выпуске. Огонь беспрецедентный. Почему в Забайкалье в этом году стянуты силы для тушения лесов со всей страны? И как так вышло, что пожароопасный сезон начался гораздо позже обычного? Опасные водоемы. Счетчик трагической статистики запущен в регионе. О чем надо помнить, чтобы отдых на реке или озере закончился благополучно? Разбираемся с экспертом. Для памяти нет сроков давности. Через 85 лет на поле боя Холхенгола найдены останки 27 бойцов. Возможно ли когда-нибудь разыскать всех? Мнение кандидата исторических наук. Гори. Можно сказать, обычная сезонная фраза для Забайкалья, привычная скорее для середины или конца апреля, но на дворе июнь. Таких масштабов природных пожаров, как действуют сегодня, в нашем регионе не было как минимум несколько лет, но есть важные отличия от привычной забайкальцам картины. Первое – это сроки. Начало большого количества пожаров сдвинулось как минимум на месяц. Второе – если последние несколько лет пожары были скорее ландшафтные, то в этом году преобладают именно лесные. Причиной во многом становится погода, высокие температуры и сильный ветер. Как следствие, в регион стянуты беспрецедентные силы и средства буквально со всей страны. Обычно у пилотов читинской авиабазы пара вылетов в неделю. Сейчас же, во время сложнейшей пожарной обстановки в Забайкалье, летать приходится по нескольку раз в день. Вернувшись с рейда, пока идет дозаправка, можно передохнуть, а после снова в небо. Полет занимает несколько часов, за это время нужно добраться до пылающей тайги и отметить координаты очагов. Поднявшись вверх над краевой столицей, ситуация кажется спокойной. Но приближаясь к Верхчите, даже на приличной высоте, в нос бьет едкий запах гари. Ну так вот и погибают забайкальские леса. Очаги пожаров тянутся на множество километров. Конца и края их не видно. Сопки Яблонного хребта, объятые огнем, можно насчитать сразу несколько крупных столбов дыма. Пожар локализует 15 человек, задействует вертолет Ми-8 с корзиной для водосброса, а также применяют тяжелую технику для опашки. Сложнее ситуация в 40 километрах от Читы на землях Минобороны. Красный Яр. Здесь и вовсе дым застилает лесной массив так, что не видно ни деревьев, ни самого огня. Пожар охватил территорию более чем в 7 тысяч гектаров. Тем не менее, угрозы населенным пунктам нет. Ситуацию держат под контролем. Со стороны Министерства обороны принимаются все меры для его локализации и ликвидации. Задействована группировка чуть больше 200 человек. Также привлечена инженерная техника для опашки. Кроме этого, с аэродрома Улан-Удэ подана заявка на привлечение самолетов Ил-76 для сброса воды. В ближайшие 3-4 дня, мы так полагаем, ситуация должна разрешиться и пожар должен быть локализован. Самый крупный пожар на площади почти в 30 тысяч гектаров действует на севере края, в Тунгокочинском лесничестве. На нем работает около 100 человек. Всего в Забайкалье продолжается тушение более полусотни возгораний. Возможная угроза была населенному пункту Маклакан в Тунгиро-Алекминском районе. Данная угроза была снята. Также привлекалась читинская авиабаза ПДПС на тушение пожара. Кроме того, был направлен туда вертолет Ми-8 МЧС России с ВСУ. Еще также задействована спасательная группировка. Всю сложность ситуации в нашем регионе понимают и держат на контроле и на федеральном уровне. В Забайкальском крае в настоящее время сложилась сложная леспожарная обстановка. В большинстве районов установились высокие, чрезвычайно высокие классы пожарной опасности по условиям погоды. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации, введено ограничение посещения граждан в леса. На тушение пожаров задействовано более 1000 человек, 130 единиц техники и 20 воздушных судов. Для оказания помощи по обращению губернатора Забайкальского края оперативно в регион доставлены силы Федерального резерва ФБО «Авиалесоохрана». В настоящее время 230 человек работают на самых сложных пожарах. Як-42 доставил дополнительно 50 десантников пожарных из Абакана. В основном сложная обстановка в восточных районах Забайкальского края, Газозаводской, Сретенский, районы Чернышевский, Карымский. Ситуация сложная. К сожалению, все пожары возникают по вине людей от неосторожного обращения с огнем. 6 и 7 июня Небесная канцелярия дала передышку тем, кто вступил в схватку с огнем. Но по прогнозам синоптиков, она будет недолгой. Уже в понедельник, 10 июня, нас ждет новый виток большой пожарной опасности. От стихии огненной к водной с начала года на водоемах Забайкалья утонули уже 3 человека. Двое из них за несколько дней июня.
Обычно на ДТП и аварии, туда, где от них напрямую зависит жизнь человека. Но с приходом лета сотрудники поисково-спасательной службы все чаще вынуждены выезжать и к воде. И здесь, как правило, спасать уже некого. Нам поступает звонок обычно уже человек, когда утонул. Утонул, если в озере обычно есть очевидцы, место происшествия. Ну и работает водолазная станция по поиску тел. Сложнее, если на реке. Тут уже работают и лодки, и другие организации тоже помощь. Это непрозрачная вода, тоже чуть глубже, там холодно. Место обычно тоже как бы очевидец видит там, а человек утонул где-то там немного дальше, немного ближе. Приходится просто на ощупь в наших забайкальских водоемах искать. То есть методом прочесывания подводной акватории. Спасатели работают на организованных пляжах, но многие забайкальцы любят места поспокойнее. Где-нибудь в глуши в 2023 году жертвами водоемов в крае стали 33 человека. Печальная статистика связана прежде всего с употреблением алкоголя на отдыхе и использованием надувных матрасов и кругов, которые на большой глубине становятся не средством спасения, а чаще причиной гибели. Детская смертность на воде в общей картине занимает особое место. Каждый год минимум нам приходится 2 раза выезжать на поиск тела утонувшего ребенка. Это минимум 2 раза. А так, ну, от года к году, когда как. Когда это и 5-6, когда-то, ну, меньше, чуть больше. Поэтому это, ну, значимая ситуация, потому что дети очень часто, когда одни без присмотра взрослых находятся на водоемах, начинают играть в воде, беситься, то есть это прыгать с каких-то крутых берегов, с каких-то опор, там, мостов, да, топить друг друга начинают, играя в воде, то есть и все это иногда приводит к трагичным случаям. Уже на протяжении почти 10 лет ежегодно во время купального сезона на улицах Читы можно встретить людей, фотографирующихся с вот такими плакатами. Акция поискового отряда имени Кости Долгова «Ребенок в воде, родители где?» призвана обратить внимание взрослых на проблему. Увидев детей без присмотра на водоеме, забайкальцы не должны оставаться безучастными. Задача старших – попросить ребят немедленно выйти из воды. Как бы ни печально было говорить, каждый год одно и то же, но чаще всего тонут дети, и происходит это из-за недостаточного внимания родителей. Такой вот трагический парадокс. Продолжим тему со спасателем первого класса поисково-спасательной службы Забайкальского края Максимом Бекишевым. Максим Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте напомним нашим зрителям элементарные правила поведения на воде. Кажется, с ними знакомы все, но, возможно, это кому-то сохранит жизнь. Ну, самое первое правило – это купаться в строго отведенных местах, которые обозначены и на воде, и на пляже, соответственно, оборудованы для купания. Купаться надо именно там. Никуда в другие места, непроверенные, ходить не надо. Вот. Второе – это чрезмерное употребление алкоголя на пляжах. Наступает жаркая пора, люди идут освежиться, отдохнуть, берут с собой алкогольные напитки. Но это приводит, конечно, к трагическим последствиям. А что касается детей? Дети должны быть под присмотром родителей, обязательно под присмотром, потому что ребенок, он как бы играет, воду воспринимает как естественную среду. Вода как бы это неестественная среда для человека. И если ребятишки будут без присмотра, то тоже получаются трагические события, в результате которых потом приходится работать. То есть из поля зрения ребенка вообще выпускать нельзя? Вообще нельзя выпускать. Угу. Вот что делать, если, например, человек увидел тонущего человека другого? Если вы увидели тонущего человека, и у вас имеются подручные средства спасения, то есть круг или поплавок какой-нибудь, попытаться бросить человеку этот поплавок. Если таких средств нету, то если вы умеете плавать, то громко, четко крикнуть человеку, что «я тебя иду спасать», одновременно попытаться сообщить некоторым людям, чтобы сообщили спасателям. Ну и попытаться доплыть до человека аккуратно, подойти со стороны спины, чтобы человек как бы вас не видел и не утопил вас. И потихоньку, успокоив человека, потихоньку плыть к берегу. А если, например, человек не умеет плавать или сомневается в своих силах, тогда как? Если человек не умеет плавать, то сообщить на пляже, кто умеет плавать, найти спасателя быстро, потому что время пребывания в воде, кто тонет, человек, очень ограничено. На самом деле там очень быстро все происходит, утопление. Если человек, ну, неважно, умеет он плавать или не умеет, ну, что-то произошло, и вот он сам понимает, что он попал в критическую ситуацию, вот что делать? Кричать там, как себя вести, как поступать? Если вы понимаете, что бывает, получается так, что вы заплыли
далеко и понимаете, что сами начали тонуть, то первое самое правило – это надо успокоиться, набрать полные легкие воздуха, как бы не поддаваться панике, потихонечку выгребать на берег. Кричать нужно? Да, громко крикнуть, что тону, чтобы люди знали, услышали на пляже, что вы тонете и оказали вам помощь. Вот вообще, как вы считаете, из-за чего чаще всего люди в Забайкалье тонут? В основном тонут из-за употребления спиртных напитков. То есть люди пришли отдохнуть на пляж, естественно, с собой берут спиртные напитки. Не рассчитав силы, выпили, зашли в воду, вода холодная, все равно прохладная. Находясь на жаре, как бы силы покидают в воде. В результате происходит вот такая ситуация, что человек тонет. Большое спасибо. Надеюсь, эти простые правила забайкальцы возьмут на вооружение. А мы продолжаем. Теперь о памяти. 85 лет земля монгольских степей и души наших бойцов ждали, чтобы их нашли. Тогда, в 1939-м на Халхин-Голе, они понимали, что могут остаться здесь навсегда. Поэтому, как могли, старались помочь потомкам. Выцарапывали свои имена на фляжках, кружках. В то время армейские жетоны, или как называют в народе смертники, уже начали появляться. Но в войсках они были далеко не у каждого. Студент ЗАБГУ вернулся из Монголии. Во время международной экспедиции поисковикам удалось найти останки 27 погибших бойцов. Имена троих из них уже установлены. Историки и поисковики четырех стран – из России, Монголии, Белоруссии и Казахстана – объединились, чтобы отыскать и с почестями предать земле останки бойцов, которые уже 85 лет безымянно покоятся на полях сражений Халхин-Гола. Майская экспедиция в Монголию позволила и нашему пока еще совсем юному земляку, разорвав границы времени, вернуться в прошлое. С одной стороны, ты испытываешь радость, потому что ты нашел бойца, но с другой стороны, ты нашел павшего предка, и это создает некий такой тяжелый негативный остаток, но тем не менее это позволяет сохранять нашу историю, и это очень часто создает некие мини-сюжеты, позволяющие понять, как погиб этот боец. То есть, возможно, он лежит с полными подсумками боеприпасов, а рядом осколки снаряда, и ты понимаешь, что он даже не успел вступить в бой, его убило шальным осколком. А иногда наоборот, ты видишь бойца в окопе, а вокруг него все в стреляных гильзах, и ты понимаешь, что он лежал и оборонялся до последнего. Поисковики сверяли карты с местностью, работали с архивами и с особым трепетом с каждым найденным солдатом. Металлоискатель и щуп – вот основные инструменты, которые помогали ориентироваться на огромных территориях. Всего за время экспедиции удалось отыскать останки 27 бойцов. И пока установить имена только троих из них. Это одна из самых сложных задач. В основном это по документам двоих из них, то есть аккуратно под водой раскрываются документы, партийные билеты, жетонов на то время у наших бойцов не было, и по партийным билетам уже понятно, когда он вступил в партию, фамилия, имя, отчество, в каком году призвался в армию, и исходя из этого уже в архивах находятся сам боец и его родственники. Либо это личные вещи, бойцы очень часто подписывали каски, котелки, сапоги, подсумки, и если очень сильно повезет, и эта вещь не сгниет в земле за 85 лет, то можно найти надпись на его личных вещах. Василий Кузовков. Это имя удалось установить именно забайкальцам. Сейчас ведется поиск родственников этого бойца. Осложняет процесс то, что пока неизвестны никакие другие данные. Откуда был призван, сколько ему было лет, пока ничего. Но историки продолжают искать. Мы опознали его по фляжке. Самих останков там как таковых не было, только небольшие фрагменты позвоночника, но нам удалось найти японский каску и флягу, и как раз таки на самой фляге было русскими буквами подписано «Кузовков Василий». Пока только 27 человек. По примерным предположениям историков, ненайденными остаются еще несколько тысяч. Мы все в школе изучали Халхин-Гол, битва 50 тысяч на 50 тысяч, но когда своими глазами видишь этот масштаб, начинаешь совершенно иначе воспринимать и боевые действия, и исследовательские работы, и спасательные работы, и жизнь отчасти в целом. Работа по опознанию бойцов и поиску их родных продолжается. Планируется, что уже в августе этого года пройдет церемония захоронения, и у потомков наконец появится место, где они смогут поклониться своим героическим предкам. Мы сейчас очень часто в историческом сообществе говорим о борьбе с фальсификацией истории, о восстановлении исторической справедливости. Поскольку история переписывается, те же события на Халхин-Голе, если мы посмотрим историческую литературу, они оцениваются по-разному. Есть японская сторона, у которой свой взгляд на вещи, есть монгольская, есть наша, которые вместе участвовали в боях. Так или иначе, данная работа не просто нужна, она необходима.
85 лет прошло. Поисковой работе не видно конца и края. Продолжим тему с кандидатом исторических наук, доцентом кафедры истории Забайкальского госуниверситета Виктором Кузнецовым. Виктор Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Вы сами неоднократно бывали на Холхенголе. Расскажите, пожалуйста, как много забайкальцев может покоиться на этом поле боя 85-летней давности? Ну, вообще, цифры существуют разные, вот, но более 30 тысяч – это точно. Дело в том, что ведь тогда существовал Забайкальский округ, и еще до объявления Читинской области прифронтовой здесь стояло достаточно много солдат. И в большинстве своем призваны были как раз из Забайкалья. То есть это большая часть Забайкальцев? Конечно. Плюс к тому, когда начались военные действия на Холхенголе, еще один был призыв. И очень много именно ребят из Забайкалья, сельской местности, как раз пополнили вот эти ряды наших войск, которые и героически воевали на Холхенголе. Вот насколько интенсивно там ведется поисковая работа? Поисковая работа не ведется интенсивно. Я бы не сравнил даже вот как на Западе. На Западе очень много отрядов, самых разнообразных, много инициатив. Вот Якутский госуниверситет, например, 3 года назад, по-моему, у них инициатива была, памяти Охлопкова. Это наш, как Якутский Намаконов, наш Семен Данилович. У них тоже свой героический такой вот представитель существует, снайпер. И они собирают со всего Сибирского округа, со всех университетов большую команду, человек 40-50. И каждый год они возят их под Ржев, где как раз вот и героический путь прошел Охлопкова. И там ведут раскопки. Это очень интересно, это очень патриотично и так далее. И мы своих ребят отправляем. К сожалению, здесь вот большой инициативы не было. Я знаю, что были группы наших забайкальцев, которые ездили на Холхенгол. Но, к сожалению, по мнению местных, вот я знакомый очень хорошо с директором музея на Холхенголе Мягмар Суреном, с представителем администрации, они говорят, что самое плохое то, что русский, иркутский отряд, вот наши, которые были, они, грубо говоря, воруют. Они вывозят то, что нельзя вывозить. Ну, нельзя, это память. Это надо здесь же прямо захоранивать и так далее, то есть предавать земле. Вот. Мы первый раз, когда были, случайно совершенно нашли останки 2 наших солдат. Вот. Правда, тоже директор сказал, что мы не волнуйтесь, мы их захороним. У нас здесь рядышком совершенно отсутствие визового режима. Все это позволяет. К сожалению, дороги туда нет, путь туда очень тяжелый. Нужны хорошие машины и нужны специалисты, потому что там лежат еще снаряды не разорвавшиеся, там еще мины лежат. И везти туда вот школьников, как говорят, да... Ну, это очень рискованно. Вот. У нас существует отряд «Хинган-Холхенгол», но в большинстве своем он такой виртуальный. Вот. А так на конференциях были несколько раз, там нас там очень хорошо приветствуют, музей там шикарнейший. Вот. Ну, вот, мне кажется, что надо собрать, наверное, в Забайкалье инициативную группу. Я уже с ребятами из «Боевого братства» говорил. И вот начать этот процесс. Искать наших, потому что их очень много там, и передавать земле. Вот как происходит процедура опознания? Ну, хорошо, если там какие-то вот документы попались, допустим, да, там еще рабочие, угу, которые можно как-то прочитать, или там на фляжке где-то нацарапано, или на чем-то. А если нет, если это просто кости, тогда как? Ну, это тяжело, это практически невозможно. Мы нашли вот 2 бачка от советских противогазов, и тут же сразу костяк лежал, 2. Вот, 2 наших солдата видно по этому, практически невозможно. Ничего не нацарапано, ничего нет, поэтому... Вот капсулка, которую когда-то вкладывали фамилия там и так далее, она есть, она попадается очень редко, в большинстве своем на Западе. Потому что у солдат было такое поверье. Написал, положил туда, значит, тебя обязательно убьют. И поэтому многие не писали, отказывались от этого, вот чтобы, ну, вот такое поверье было для сохранения жизни. Поэтому опознать, ну, очень тяжело. Вот я знаю, что Максим рассказывал, одного только опознали, вот. А так я просто разговаривал с ребятами, которые были с чеченцами. Ну, очень неприятно было, когда они говорили, что вот я серебряную ложку там нашел. Я говорю, ты поехал туда зачем? Память, патриотизм. А он, все у него на серебряной ложке. Я с этим человеком больше не разговариваю теперь. Вот как вы думаете, наступит ли когда-нибудь такой момент, когда удастся отыскать и опознать всех? Я даже не знаю. Это надо, наверное, все это надо делать в системе. Да, тем более, что вот монголы, которые там, да, я еще раз говорю, что я со многими знакомился, они готовы нас пригласить. Они, вот именно читинцев,
читинцев, потому что, ну вот мы были, очень радушный прием был, пожалуйста, вот они наводили по экскурсиям по всему, прямо по всему Холхенгулу, то есть и Ремезовская сопка и так далее. Фотографировались мы очень много, ставка Жукова где была, где японские солдаты стояли, там снаряды, это японские пушки, там тоже всякие остатки от японских там сапог и так далее. Ну, все это, вот все это музейный материал, по идее, но вывозить его нельзя. Поэтому все это сдается в музей Холхенгула. Очень хороший, очень шикарный музей. Замечательные люди работают. Что меня удивило, что экскурсию нам проводили школьники. Ребятишки монгольские в белых рубашках с красными галстуками. И, правда, конечно, на монгольском языке. Но они столько знают, с переводчиками. Вот мы были просто удивлены. И команда профессорская у нас была, которая присутствовала. Просто вот до слез. Будем надеяться все же. Большое спасибо. И это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Берегите историю и память своей страны, семьи и рода. И не останавливайтесь в своем личном поиске. Увидимся в следующую субботу. До встречи в эфире.